Здравствуйте! Вы попали на кулинарный канал диетолога Скачко. Если у вас есть хронический запор, то работа организма естественно нарушается, очищение кишечника не происходит, и у вас много сопутствующих событий. Вы занимаетесь периодически лечением веита, суиста, дистонии. Ищите, как остановить выпадение волос, как улучшить состояние кожи, ногтей, как избавиться от неприятного запаха, от тела, изо рта, как избавиться от метеоризма. А вам-то нужно всего-навсего, используя полезные советы диетолога Скачко из этого видео, избавиться от запора быстро, навсегда, в домашних условиях. Можно без лекарств. Причем вне зависимости от возраста. Можно избавиться от запора у ребенка или у взрослого. Вне зависимости от физиологического состояния. Можно избавиться от запора у женщины беременной, либо после родов. Многие средства там запрещены, но в этом видео вы узнаете, как приготовить всего два продукта питания и правильно их использовать, чтобы избавиться от запора в этих случаях, причем быстро и навсегда. И какая наиболее частая причина запоров у современного человека? А причина банальна. Очень много рафинированной пищи в рационе и слишком мало растительной клетчатки. По этой причине кишечник работает вяло, очищение кишечника не происходит, и все те неприятности, о которых я рассказал, у вас могут быть. Но как просто увеличить содержание растительной клетчатки в вашем рационе? Многие совершают стратегическую ошибку, имитируя лечение запора, увеличивая количество овощей, фруктов, ягод, зелени без тепловой обработки. Сырая растительная клетчатка раздражает кишечник, у вас кишечник очищается, может быть, даже несколько раз в день, но вы при этом теряете много полезных веществ. Поэтому диетолог Скачко советует использовать другое средство, благодаря которому можно легко сбалансировать ваш рацион по витаминам, макро-микроэлементам, чтобы употребляемая вами пища доставалась вам, а не микрофлоре кишечника, либо не уходила в канализацию. И для этого вам нужно правильно приготовить и использовать один продукт питания. Это свекла красная. Если у вас в ежедневном рационе будет свекла красная, то работа кишечника будет проходить легко, очищение кишечника великолепно, и ваш организм будет находиться в хорошем состоянии, если вы приготовите свеклу красную правильно. А именно, выбор за вами. Вы любите употреблять свеклу в рационе тушеную, отварную, запеченную, бланшированную. Любой вид адекватной тепловой обработки, при котором свекла сварилась, позволяет очищать кишечник легко и просто. Как использовать? Лучше во вторую половину дня. Иными словами, полдник и ужин вы в эти приемы пищи используете свеклу красную. И у большинства людей получается избавиться от запора быстро, легко, за один день, навсегда, без лекарств. У ребенка, у взрослого, у беременной женщины, у кормящей. Легко и просто. Но такое видео больше года присутствует на моем канале. И судя по отзывам и комментариям, я вижу, что не у всех организм в более-менее хорошем состоянии. И избавиться от запора одной свеклой не получается. Не вопрос. В этом случае более запущенных запоров я бы советовал вам использовать еще один продукт питания. Правильно приготовленный. Это семена льна. Как приготовить семена льна для лечения запора? Да очень просто. Столовая ложка семян льна. 200-300 мл холодной, подчеркиваю, холодной воды. Отравление ацетоном и синильной кислотой вам, надеюсь, не нужно. Поэтому заливать только холодной водой семена льна. Далее взбалтываете для того, чтобы слизь семян льна смогла раствориться в воде и перейти в раствор. И настой семян льна на холодной воде используете вечером перед сном. Если такая порция не способствует очищению кишечника с утра, не вопрос. Тогда используйте вечером между полдником и ужином несколько дней. Если и эта порция недостаточна, используйте и после обеда. Вот если в этом случае у вас очищение кишечника полноценно не происходит, скорее всего, у вас есть дискинезия желчного пузыря. И, возможно, она мешает вам очистить кишечник и заодно весь организм и избавиться от той сопутствующей патологии, которую я обозначил. Не вопрос. Тогда вы семена льна можете приготовить и по-другому. Иными словами, отжимаете из семян льна масло семян льна и используете по одной чайной ложке несколько раз в день с едой. И вновь вы можете легко избавиться от запоров таким простым способом.
Если у вас не получилось отжать масло семян льна в домашних условиях, все-таки семена льна достаточно плотные, нужен хороший пресс, не вопрос, покупаете масло семян льна в аптеке либо в супермаркете и используйте, как вам сказал диетолог Скачко. Если вы все делаете правильно, то у вас получится избавиться от запора быстро, навсегда, в домашних условиях, без лекарств, потому что это не лекарства, это продукты питания, которые так или иначе приносят вам различные биологически активные вещества, нужные для вашего здоровья, ну и решают проблему запора, чтобы очищение кишечника и организма состоялось своевременно. Одновременно вы можете получить еще дополнительные бонусы, а именно такое очищение кишечника способствует профилактике атеросклероза сосудов, профилактике и лечению сахарного диабета. В комплексном лечении также можно их использовать для того, чтобы вы жили лучше и дольше. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычным подписчикам моих каналов словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. А пока вы думаете, как просто можно, казалось бы, избавиться от запора, вы можете поставить на это видео лайк. Возможно, кто-то из ваших друзей, знакомых, родственников страдает запорами. Дайте ссылочку на это видео. Я думаю, что они вам будут благодарны. Ну, а я буду благодарен за репост этого видео вам. Ну, если какие-то вопросы остались неизвестными, неуточненными, что-то я какую-то информацию упустил или как-то не точно сказал, не вопрос, пишите свои вопросы в комментариях, как использовать так или иначе для своего здоровья, ну и активного долголетия, естественно. И по мере наличия свободного времени буду отвечать на эти вопросы, чтобы вы таки жили лучше и дольше. До новых встреч на моих видеоканалах «Доктор Скачко» и «Школа Доктора Скачко» — это YouTube, а также «Школа Доктора Скачко» в Instagram.